уж из-за этого и расход вырос. Такой холод, вообще просто жесть. Возможно, кейкары не надо утеплять. Вот такая имеется коробочка из-под мармелада. Ничего хорошего от этого не бывает. Первый минус 40 стукнуло. В тапочках еду. Охренеть, блин, чек загорелся, ё-моё. У меня, оказывается, никаких даунов-то нету. И очень туго опять едем. Офигеть, сработало, блин. То есть, когда так спите ночью, обязательно машину нужно ставить немного вверх носом, чтобы вон скотина гуляет. Извиняюсь за такую, как бы, правду жизни, так сказать. А что-то машина начала опять подтупливать. На круизе шел по прямой. Уже и чек не загорелся, уже и как бы... Ну хотя бы температура сейчас минус 16, а не минус 40. И еще светлое время суток. Блин, а? Что такое? Что тебе надо, а? То есть сейчас, смотрите, чек не загорелся, индикация мгновенного расхода есть, колечко это меняет цвет, вот, то есть на зеленый, на голубой, но тяги, может побольше, конечно, тяга, чем в прошлый раз, а может и нет, может так и есть, пока непонятно. Дорога минус 20, воздух минус 15. Какое-то такое, знаете, динамика, что-то среднее между нормальной динамикой и тем, что было вчера. И чек не горит. Бензин уже больше полбака, 95-й. Хреново. Хреновенько. 95-й. Вон уже леворуки, экстрейлы начали появляться на дорогах. Иркутск, 950. Блин, более-менее набрала сейчас, короче, непонятно, но да, скорее всего из-за бензина. Только что там, топливный фильтр или что, мне еще ехать, блин, до хренища. 2500 километров еще пиликать. Больше, какой 2500? 2800, наверное. Ну-ка, ну вот тапок в пол. Набирает обороты, но скорость падает, ё-моё. Как так? Обороты набирает, скорость падает, непонятно. Блин, пока светло, надо масло в вариаторе проверить. Фига, он целый автовоз ел. Они здесь базар будут устраивать, что ли? Реально автовоз. Автовоз просто елками набитый. Первый раз я вижу такой метод перевозки. Обычно там, да я даже не знаю, обычно как возят, просто в автовозе елки. Блин, машины надо возить, очередь на перевозку автовозом очень большая. Ой, солнце вообще жесть, невозможно ехать, спать аж хочется. Ну вот, 60 км в час. Ну, в принципе, чуть-чуть, да, побыстрее. Вчера в эту же горку я бы 40 ехал. Или 30. Да, блин, что-то подъемов больше, чем спусков почему-то. Или может так кажется, кого, что мы прям куда-то в гору постоянно едем, едем. О, здесь сюда расширение аж сделали. Здесь сейчас весело, я думаю, буду заезжать. Вот сотки, посмотрим, сколько я в конце подъема сейчас буду ехать. Эх. И с увеличением оборотов нифига не происходит, скорость не увеличивается. К сожалению.
Вот на полтиннике заезжаю. И главное, когда газ чуть-чуть приотпускаешь, как бы легче становится. Она на передачу ниже спускается. И как бы так, как будто легче немного. Ну, может, так кажется, просто газ приспускаешь, она на передачу переключается и реветь перестает. А едет примерно так же. Короче, какой-то такой эффект. Пока, короче, не знаю, надеюсь успеть в строительный магазин. В навигаторе там один нашел. Хочу попробовать залить ацетон в бак или спирт изопропиловый или какой-то. О, Хилокский район уже. Вот в Хилок хочу заехать. Потому что, ну, я не знаю, блин. Если с Улан-Удэ, мы поедем вчетвером, это будет жесть. Вот с горочки полетели, вообще идеально. Ребят, сейчас проезжал, заправка Омни, 95-й бензин, 59-40, что ли, почти 60 рублей уже, прикиньте, это жесть. Это еще Забайкальский край, заправка Омни, я вообще в шоке. Сейчас будет Хилок, заезжаем в Хилок. Основан в 19 веке Хилок, ни хрена себе. Знак на синем фоне. Дорожка пошла такая веселенькая. Ну, блин, вроде недолго ехать, километр. Надеюсь, магазин найду там стройматериалов и затарюсь всем, чем надо. Но если нет, придется присадки искать какие-то специальные на заправках. Так, вино, водка, магазин. Тут вот, смотрите, вообще магазинов так много. О, дорога пошла хорошая. Куплю орех, магазин, склад. Шок, цена, это курица. Так, факты вкуса. Так, о, тут двухэтажки вот пошли уже, улица Трактовая. Магазинов, в общем, хватает. Опа. Так, Виктория магазин, вроде как продукты. Просто может не все магазины быть в базе. Вот кладбище, выезжаем. Магазин одежда. Сантехника, электрика, что там было? Вот купил ацетон. Сейчас надо ремонтироваться. Это поворот на пятку. О, на ЖС местная. Магазин за рулем. В общем, я ацетон-то купил, потом что-то начал гуглить. Сделали эксперименты, типа он не помогает. Ну ладно, пусть будет. Было сворачивание воды, но для дизельных только моторов. В автомагазине заходил. Короче, жесть. Ладно, поехал я на Улан-Удэ из Хилка. Что тут это? Движуха тоже идет своя. Народ ездит. Правда, много очень алкомаркетов, конечно, пивной маркет, алкомаркет. Столько же, сколько продуктовых. Красиво так и дома украшаю здесь к Новому году. Уже второй дом вижу. Ой. Оп. Да, такие новости, только что загорелся чек у меня. Фура вот едет, блин, выскочила, короче, ну, передо мной, короче, я когда поворачивал, в общем, на трассу, и фура как раз, я ее пропустил и поехал. И у нас с ней, с фурой такие сейчас, в общем, движения, что я чуть быстрее еду, когда с горки, а когда в горку, она быстрее. И вот как сейчас делить дорогу, даже не знаю. Так, ну ошибка выскочила, может быть, если я ее скину, сейчас опять поедет нормально машина. Но сейчас-то с горки вроде едем, и так нормально. Жопа, короче, блин. Ошибка загорелась опять к вечеру. Опять все закрыто. Ё-моё. Чё за хрень? Блин, непонятные всякие вещи продолжаются. Ошибка загорелась. Машина, ну, более-менее, по-моему, начала ехать. Ну вот, допустим, гора. Вот сейчас я на 90 начинаю заходить туда. Ой, блин. Мост разбитый. Посмотрим, насколько я поднимусь. Ну, скорость, конечно, падает. Но тут крутая горка такая, на 4500, вот, ну, нормально залетаю, более-менее. Ой, блин, что за хрень вообще, вот что за хрень, я вообще не понимаю.
На этой, все это из-за этой уродской заправки, что ли, или из-за чего, я не могу понять. Или просто она такая и была. Вот реально не могу понять. Надо машину брать, у которой 700 километров, значит, запас, чтобы на этой дичи не заправляться там в Забайкалье. В Забайкалье только Роснефть, ребят, запомните. И по цене на 5 рублей дешевле за литр. И по качеству, видимо, тоже. А я вынужден был, я знал, что где Роснефть, я все знал. Уже не первый раз. Я был просто вынужден заправляться там. У меня выбора не было другого. Канистры с собой возить, ну блин, в 21 веке это такое себе. Короче, жопа вообще. Вышел, мы уже в Бурятии. Какое здесь звездное небо, вы бы видели, вообще просто офигенно. Подъем сейчас сложный был, сложный, но преодолел на 40 километров в час. Новопавловка, следующая заправка через 118 километров, наверное, надо заправиться будет. Вот тут две даже заправки на выбор, сейчас какую-нибудь выберем. Без воды, чтобы и без солярки бенз был. Охренеть, 59,80. 55,50. Ё-моё, чё за жесть такая, а? Это вот здесь, а вот здесь 58,80. 59,80 цена бензина. Это жесть вообще, я эту поездку надолго запомню. Приходится на таких конячьих заправках заправляться. Это просто ужас какой-то. Не, ну какая все-таки веселая поездочка. Как будто Жигули какую-то гоню. С Range Rover'ом проблем было, ну не скажу, что не было проблем. Но они были, но я их там ждал. А тут их не ждешь, а они есть. И если честно, блин, не знаю даже. И Range Rover и бенз это съел. Не намногим больше. Вот, попробую сейчас ошибку скинуть. Залил волшебный ацетон. Заправил, разбавил 20 литрами бензина. По 59,90 или 59,80. Это как кошмарный сон для меня сейчас. Что происходит? Honda, надежная машина должна быть. Что за херня? Что-то у меня бомбить уже начало. Ой, ужас-то какой, масло проверить. Антифриз на месте. Что можно посмотреть? Патрубок вот нормальный на турбину. Так, а воздушный фильтр здесь у нас. Вот здесь. Ох, нихера себе. Ох, нихера себе. Это что такое? Смотрите. Смотрите, что на воздушном фильтре, реально. Это что такое желтое? Пипец. Это что такое? Это откуда летит? Да, машинку я веселенькую купил. Веселенькую купил машинку. Что это за херня такая? Что это такое? Это что за хрень? Охренеть, что творится вообще? Очередь на заправку просто грузовиков стоит. Штук, наверное, 30. Вот, 47 рублей бензин. И 49, кажется, 95. Почти 10 рублей уже разница между нормальной заправкой и вот этими шарами. Ну как Шарашкины, Омни тоже, где я заправлялся, не Шарашкина заправка. Это нормальная сеть, в Иркутске вон они есть. Не знаю, не знаю. Ну такая очередь тоже, там на сколько там, час стоять. Час стоять тоже не вариант. Так, записать надо на 602-м, на 600-м километре в Бурятии, на въезде. Есть Роснефть? Надо записать это.
Заехал я в Улан-Удэ, в общем, сушить фильтр до утра. Хочется просто просушить фильтр, короче, и ехать. Не знаю, получится так или нет, но попытаться можно. Я, наверное, вот здесь и припаркуюсь. Думаю, никому здесь не помешаю. Бурятский центр стандартизации и метрологии. Вроде ничего не булькает сильно. Так, сейчас одеваю носок вот сюда, получается, и вытаскиваю фильтр. Фильтр воздушный оставляю вот так вот. И здесь как раз такое отверстие, из которого дует. То есть там как раз воздуховод горячего воздуха в ноги. И я думаю, должно все оттаять. Доброе утро, Улан-Удэ. Высох фильтр за ночь. Я, конечно, дышал всей этой херней, которая растаяла, потом испарилась. Но куда деваться? Искусство требует жертв. Поставил, значит, фильтр, убрал свой этот тюнинговый носок. Сейчас буду наблюдать за ситуацией, что, как вообще будет происходить. Надеюсь, блин, 2 дня мне еще ехать полных, если не больше. Надеюсь, все нормально будет. Первые километры едешь после такой стоянки, машина-то горячая, все нормально едет, но ходовка вся задубевшая, вся замерзшая, поэтому я потихоньку стараюсь ехать. Как бы сон не перебить с этими накачиваниями. Короче, 1300 осталось до Новосиба. Фильтр все-таки забивает. Последняя ночевка, ну как крайняя, там кому как правильнее. Фильтр забивает льдом по-прежнему. Ну как бы сейчас я просто знаю, уже его чуть-чуть забило. Я его сейчас также просушу, на ночь поставлю. Придется опять им дышать. Вот. И до завтра мне уже хватит до Новосиба. Также куржак. Также лед образуется на корпусе, все так же, но я его копил в прошлый раз 3 дня, у меня его просто забило его. Сейчас я подчистил маленько, вот вечером, все норм. Ну вот, утро, вот этот товарищ, с которым я очередную ночь провел в машине, высох. Сейчас буду ставить назад, но его опять забьет льдом. Конечно, это даже дичь какая-то, система вообще такая, так не должно быть. Понимаю, что холодно, минус 30, но и что, не должно такое появляться на машине, лед какой-то, на воздушный фильтр. Ладно, едем дальше.
здравствуйте. Здрасте, подскажите, а там написано ОМС 92 и еще какой-то. Молчинский. А какой надо включать? Ну какой вам нужен, такой включать. И берите Ачинский. А какой дешевле или как? Цена разная? Ачинский дешевле. 43, да? 43 Ачинский? Да, да, 43. А Омский? 44. Да, кейкарчик уже заморался, блин. До Байкала ехал чистым. Ох, нифига тут уже намерзло. Ачинский бензин. Я думаю, нормальный, вкусный будет бензин. Так выглядит кейкар с четырьмя людьми в салоне. Не сильно просевший, в принципе. Ну, чуть-чуть вот эта сторона. Это вот это просевшая. А это не так. Хотя это я еще не сел с этой стороны. Нифига на Роснефти очередина. Это вот она заворачивает сюда вот так. А там никого нет, и бензин дешевле. Странно. Вот тачки возят на повозке. Туалет, блин, не работает. Сейчас опять 200 километров буду искать, где сходить. Город Ачинск, с Новым годом. С Новым годом, с наступающим, с новым счастьем. Вот, значит, такая картина у нас. Вот в этом шланге был лед. Я его растаял, в общем, все почистил. Воздушный фильтр постирал, высушил, потому что в наличии, по крайней мере, на дроме я не нашел в наличии, чтобы было либо на заказ на долгий срок, либо законский ценник, там, больше 2000 рублей. Здесь чуть протер. Вот здесь, почему у меня машина вообще работала. Вот здесь обнаружилась трещина. То есть вот здесь небольшая трещинка есть. И оттуда, видимо, сосало воздух. Это как бы и проблема, с одной стороны. С другой стороны, только из-за этой трещины я не заглох в минус 40 на трассе. И то, может, даже холоднее минус 40 было, потому что эта машина ниже минус 40 не показывает. Но здесь, где есть что-то было, чуть-чуть подпротер ветошью, надо было утепляться. Одеяло плюс всю морду. Ну, я вот ехал как ехал. Вот получил я колеса, которые сам себе отправлял из Владивостока. 500 рублей я отдал на шиномонтажке, ну, компании, которая в транспортную отвозила, потому что дело было в воскресенье. И 1500 там с чем-то мне вышла сама перевозка. Три колеса 13-х от Кейкара. Короче, плюс 2 косаря. Зато салон у меня пустой был, место не занималось в салоне. Такое все прям это. Такое ощущение, что как будто черный матовый задуто, но не может так быть. Это даже стабилизатор со всех сторон. Просто все черненькое. И здесь также все черное. И также все белое. Днище осмотрим. Моя любимая рубрика. Пока машина задрата. Пружинка такая тоненькая, конечно. Ну что, ребят, подведем итоги перегона. Самое первое, значит. Итог по неисправности, в чем была проблема, это образовывался конденсат в воздушном фильтре. Встречался теплый воздух с двигателя и холодный воздух с улицы. И тепла двигателя недостаточно было, то есть не такое было тепло,
от двигателя, чтобы не было этого конденсата. Ну, как это обычно бывает. Сейчас я достаточно уже покатался по городу. Таких морозов, разумеется, у нас нет. Кстати, давило до самого последнего. Я говорю, на стрим я вел. Ребята там с Алтая, с Новосиба пишут. У нас там нулевая температура. Ты что там мерзнешь? Давай быстрее к нам. Еду. Уже на Кузбассе еду. Все давит. Минус 30-35. Вот буквально в Кемерово начало теплеть. То есть практически мороз не отпускал до самого конца. Итоги по топливу. 17 тысяч потратил на топливо. Часть из этих денег попутчики как бы отбили. Ну, конечно, не все. Но я и не всю дорогу ехал с ними. Да и знаете, даже к лучшему. То есть получилось так, что вот когда вот эта жесть у меня была, да, появилась проблема с машиной. Я как бы ехал один, ну и спокойнее, сами знаете. Сейчас уже я нормально по городу покатался, никаких проблем нет, ничего не возникает. Ну, сейчас на улице, вот видите, минус один. Поэтому мораль какая? Кто на Кейкаре зимой едет, обязательно утепляй. Ну, вообще всем надо утепляться, получается. Если в следующий раз я зимой поеду, я все дырки всевозможные надо бы как-то заделывать. Но такой поездки, как у меня сейчас была, я, конечно, врагу не пожелаю. Ну, тут, конечно, блин, не знаю, и машина вроде как не виновата, и я вроде как не виноват, но машина, как по мне, в штатном режиме, машина должна ехать без всяких картонок, вообще без ничего. Она должна ехать. И в чем прикол-то? В салоне Ташкент был. Ну, по сути, у меня даже стекла не запотевшие были, я в тапках ехал, там иногда, конечно, что-то шапку одевал, иногда в куртке, но в салоне относительно тепло было из воздуховодов просто такой воздух дул, еле рука терпела. Всем огромное спасибо, что смотрели эту историю. Будут обязательно новые автомобильные истории на канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пишите колокольчик, ставьте комментарии. В общем, вы все знаете, ребятушки. Все, всем удачи, здоровья. Пока, до новых встреч.